Народный артист России, певец, композитор, продюсер Дмитрий Маликов впервые приехал в Чебоксары. Но не с концертом, а с деловым визитом. Сегодня на встрече с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым артист обсудил вопросы продвижения социального образовательного проекта «Уроки музыки». К слову, подобные уроки уже прошли в Ижевске, Перми, Кирове и Нижнем Новгороде. Как пояснил Дмитрий Маликов, программа сделана специально для детей, которые серьезно занимаются музыкой. Она представляет собой интерактивное шоу, где ребята являются не только зрителями, но и сами активно участвуют в представлении. Глава республики рассказал гостю о доступности музыкального образования в Чувашии. От общего количества обучающихся практически где-то на уровне 10,5% у нас ходят практически в училище, да, музыкальные школы. Угу. Я беру это чисто как бы общеобразовательные школы, ну, включая детские образовательные учреждения, можно сказать, потому что сейчас вот в этом году 6 садиков мы открыли, еще 5 будем открывать. Там, конечно, музыкальные специальные залы есть. Угу. Где вот на самом деле на профессиональной основе уже... С инструментами? Да. Все оснащено практически, с этой точки зрения хорошо. В конце встречи глава Чувашии вручил Дмитрию Маликову наручные часы с государственной символикой Чувашской Республики. Спасибо. Я постараюсь... А красавец чувашского народа. Я постараюсь оправдать высокое доверие и очень благодарен вам, что вы меня приняли на самом деле. Сегодня же популярный певец провел в учебном театре Чувашского республиканского училища культуры мастер-класс для учащихся детских школ искусств, музыкальных школ, воспитанников детских домов республики. На уроке совместно с ребятами он исполнил классические произведения и свои инструментальные композиции.